Очередное ДТП с участием ребенка произошло в пятницу на улице Суворова. Под колесами автомобиля оказался 10-летний мальчик. За январь это уже 7-й случай наезда на маленьких пешеходов. Ребенок переходил дорогу по зебре. Он получил травму ноги. После осмотра медики оставили его на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Двигался в крайнем правом ряду. Поясняет, что якобы не заметил, как ребенок быстро, в темпе быстрого шага вышел на дорогу.